дальше, пап. И хорошо учитесь. Привет, ребята! Сегодня я решила прогулять школу. Если вы тоже хотите прогулять школу, ставьте лайк. А для того, чтобы меня не наругали, я пойду к доктору уколу, он мне даст справку. Если вы хотите посмотреть, как я обманул глупого доктора, пойдете со мной. Всем привет. Наконец-то прием начался. Что-то давно не было у меня пациентов. Интересно, кто ко мне придет? Ой, тук-тук. Заходите, прием начался. Здравствуйте, доктор. Спасите. Помогите. Я заболела. Что у вас приключилось? Доктор, у меня хрюхрюкалка. Хрюхрюкалка? Не хрюкалка, а хрюхрюкалка. Очень сильная хрюкалка. Сейчас посмотрим. Садитесь ближе. Будем делать осмотр. Ну что, посмотрим в ушки. Вот такой. Ой! Так, что там, доктор? Что там, доктор? Что там в ушке? Все чисто? Все чисто. Ушки чистые. Посмотрим в носик. Так, хорошо. Что там, носик чистый? Носик чистый. Пока все хорошо. Болезней не видно. Ну я же хрюкаю. Все время. Сильно. Дышите. Носик чистый. Дышит тихо. Проходимость хорошая. Пока болезни не видно. Все ясно. Это воспаление хитрости. Это воспаление хитрости. Воспаление хитрости? Да. А это лечится? Да. Будем лечить уколом. У меня для вас есть огромный укол у вас. Огромный. А это не больно? Может быть, есть от этого какие-то витамины? Нет. Укол лучшее средство. Ой-ой-ой. А это не больно, доктор? Это очень больно. Ложитесь. Какой укол большой. Мы берем лекарства, а теперь туда. Ай, хватит, доктор! Ой, хватит, доктор! Ой, я даже сесть не могу. Ну что, прошла хрюкалка? Или продолжим лечение? Все прошло, доктор укол. Спасибо, я совершенно здорова. Тогда идите в школу и не мешайте работать. Хорошо, спасибо, доктор. Надоели симулянты. Надоели обманщики и прогульщики. Ходите в школу и хорошо учитесь. Ребята, никогда не прогуливайте школу. Это может очень плохо закончиться, как у меня. Подписывайтесь на мой канал Влог Элис. Всем пока, пока-пока. Ставьте лайки, если вам понравилась свинка Пеппа.